25 мая 2013 года, накануне недели 4 по Пасхе, о расслабленном, в домовом храме Санкт-Петербургской православной духовной академии совершено всеночное бдение, во время которого хор факультета иностранных студентов исполнил песнопение «Ныне отпущаешь». Богослужение возглавил проректор по воспитательной работе протоиерей Виталий Грищук в сослужении клириков академического храма и студентов академии в священном сане. Неделю четвертую по Пасхе церковь вспоминает евангельское событие исцеления Господом при овчьей купели расслабленного, 38 лет томившегося в тяжкой болезни. В этом чуде церковь видит обновление жизни всего человечества через воскресение Христова. Надежда, которой жил расслабленный, не обманула его. Но что питает нашу надежду? Ее сестра, вера в Господа. Надежда спасает от уныния и отчаяния, когда мы видим глубину своего грехопадения. Источник нашей надежды – в Слове Божием. У надежды есть и другая сестра – святая любовь. Для того мы и живем, чтобы любовью соединиться с Господом навеки. Мы идем к порогу смерти с надеждой, какую растят в нас вера и любовь. Все, кто в этой жизни надеялся на Господа, веровал в Него, любил Его в жизни вечной, найдут вечное счастье и вечный покой.